Я приветствую вас на конференции, которая посвящена такой важной теме, как организация эффективного контроля на всех этапах закупочного цикла. Ну, в настоящее время повышение эффективности и результативности контроля – это очень важная тема, которая и президент в своих посланиях, поручениях неоднократно отмечал, что это такая одна из ключевых на сегодня задач развития экономики. Сегодняшнюю конференцию мы проводим на базе нашего городского университета управления. И цель основная нашего мероприятия – это как раз обменяться опытом, это обсудить те существующие проблемы, те задачи, которые перед контролем закупок стоит, и, соответственно, послушать лучшие практики, которые существуют на федеральном, на региональном уровне и на уровне крупных госкомпаний, корпораций. Мы в своей работе в городе Москве для себя выделили основную задачу эффективного контроля. Это как раз именно достижение эффективного результата, именно закупок за оптимальные бюджетные средства. То есть самая главная цель – это не контроль ради контроля, контроль ради выявления нарушений, а контроль должен как раз заключаться в том, чтобы мы сразу достигли максимально эффект от всех наших совокупных действий. То есть контрольное мероприятие в первую очередь должно способствовать эффективной работе контрактной системы в целом. Как мы сегодня построим нашу работу? У нас в качестве спикеров приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. Здесь выступят перед вами руководители контрольных подразделений РЖД «Росатома», это крупнейших наших госкорпораций федеральных, поделятся своим опытом ведомственного контроля. Мы сегодня наше пленарное заседание будем проводить примерно до 12 часов, потом 1 час на обед, что тоже немаловажно. А после обеда запланированы еще две секции, на которых мы обсудим вопросы и проблемы практически контроля в государственном секторе, и отдельная секция посвящена контролю в корпоративном секторе. Также хотел вас проинформировать, что в рамках подготовки конференции мы сделали анкету, которая содержит вопросы, наиболее наболевшие, связанные с практическим применением законодательства по контролю в сфере закупок. Эти вопросы, поскольку мы понимаем, что не все субъекты Российской Федерации смогли сегодня к нам приехать, мы заранее разослали, мы соберем, соответственно, систематизируем эту информацию, которую получим от вас, обратную связь, и в обязательном порядке доведем до коллег из Федеральной антимонопольной службы и Министерства экономического развития. Я надеюсь, что результаты этого анкетирования, они тоже коллегам помогут в совершенствовании законодательства о контрактной системе. Итак, наша вводная организационная часть завершена.